Ну, я с Курска груз в Севастополь привез. Потом выгрузился. Стал двигаться в сторону дома. В дороге начались проблемы с мотором. А точнее, начало давление прыгать. Я думал, это датчик брешет. И все, и тут метров 200 назад мотор застучал. Все потихоньку выяснил. Начал пытаться отремонтировать. Разные способы придумывал для этого. Это моя работа. И, в принципе, это моя проблема. Да, и машина это моя. У меня мать пенсионерка. Ее пенсии не хватит даже масло поменять на этой машине. Фурия жил, как всегда. Ну, немножко дискомфортно, конечно, да, плюс, ну, там, просушить вещи, это проблема была на самом деле. Поэтому, если дождь шел, я уже под машину не лез. Новый год отметил восхитительно. Все как всегда, это уже у меня не первый год в машине. Небольшая грелка, бутылка шампанского. Ну и на самом деле я его тупо проспал. За последние сутки ситуация изменилась в корне. Благодаря отзывчивости людей, финансовый вопрос практически решен. Сейчас буду решать вопрос по поводу стоянки, ну, для ремонта, да, машины. Есть человек, предложил параллельно еще и подработку там.